буду популярно, все. Я не знаю. Все, похер. Вайпнешь, нас умрем. Так, танки, подаван и... Да мы сами разберемся. Отлично, я 16 на метке поставлю. Ну, первый просто подаван влетает, стакелами. Потом джанки забирают. Центр уводит, и милики не подбегают, сразу ждут. Вот. Давайте запускаю, по дороге расскажу, что как. Что по бафам у нас все есть? Нет настоя, бахните настоя. Там ебать до хуя у кого нет настоя. У меня у самого... А, 30 секунд еще. Смотрите, у кого там по минутке, по две осталось. Лапку он просит. Давайте лапку обновить. Все, обновили. Настой, фейки год, джанки, анхоли, взрослые. У меня еще 25 секунд. Ну, короче, не выпьешь, значит, не порой. Что поделать? Хотя тут ничего не надо. Джанки, анхоли, петь. Да, в центре. Сразу милики не подбегают, ждут, когда в центр подведут, чтобы огонь туда все запускает. Распределить все по кругу, и милики, и РДД. Заведут танк у этого босса в центр, забежите. Не стойте вы по друг другу, чтобы огонь вместе не лутать. Танки там меняются. Снобальдов под жопу подносим, их убиваем быстренько фокусом. Убьем первого босса, выйдут черви. Подаван ты на огненной, джанки ты на кислотной. Вот. Да мы уже сами распределились. Ну, отлично, на всякий случай лучше продублировать. Все вливаются в кислотную. Огненная вышла, вы ее обдотали, потом кислотная влазит, мы в нее вливаемся. Я надеюсь, попробуем убить до закопки, как в ВВК 10. 5, 4, 3, 2, 1. Милики ждем. Тащите, тащите в центр. Милики, поехали дамажить. Саня, анхоли. Че? Ну-ка, вали отседова. Давай в гильдию вернись, а потом уже приходи. А потом уже вали. Снобальда поехали. Под боссом стоит уже в мини-зоне. Сорян за спам. От огня отбегаем, не забываем. Забирай. Снобальд в РДД подведите. Снобальд, ага. Заехали Снобальда. Под жопу, прям под жопу босса. Так, чтобы милики уклипали и в спину босса и били. Быстрее убиваем, сейчас второй полетит уже. Второго подводите. Ага, отлично. Заехали во второго Снобальда. Бать, они отлетают, эти Снобальды. Мы бьем. Сейчас еще один раз напугаем. Да. Снобальд снова летит. Снобальда под вас. Забили Снобальда. Все, добиваем нас. На червя вплотную тоже не стоим, немножко рейндж держите. Никто не бежит разбиваться, все бьют от босса, даже когда яд накинется. Кто там не набухался, набухайтесь. Все, поехали к слоту. Геру. Тестеру, иди оттуда, там лужа. Потихонечку двигаемся, на кого накинула сычевка, джипси. Фагот, воронга, к танку огненному. Потихонечку, мы все в центре, если что. Практически. Все, подмерзали. Прохиливать метки. Все, подаван побежал, ага. Красава. Ждем, сейчас вылезет. Не добить, да? Наливаем кислотную, ну, хуйня осталась. А, брызга, скажу, разбежаться, нужно будет всем разбежаться, набрать раны друг в друга. Наливаем. В брызгах нужно будет разбежаться. Какая, может, таунт нажмешь?
Брызги 5 секунд. Разбежались. Рэндж набрали, не дамажим, разбежались. Дай Аркрай, дай БР этому хардтукил. Ждем брызги. Это плевать, сука, сегодня будешь. Хуйня там полетела. Все, отбежал локал и Светочка. Рядом лазит. Сейчас будут лужи. Уж милики, осторожно, бейте сбоку. И блевать будет от лица. Все отходим. Вот сейчас сова тебя может сблевать. Отойди. Она в конусе блеет. Сюда. Ага. Лужа. Все, ждем рева. Все на сторону орды перебегают. От рева убегаем, не тупим. Ну тут хилы хильте, тут, по-моему, некому. Паладин, если есть у кого сбить, сбивать. У нас нет. Так что хилы потейте. Сдавай под задувку подаван прожимку свою. Хорошо. Отлично. Сейчас я еще раз гину, сдам на хил. Анзаев в тебя бежит. Вот сюда на карте показываем. Все отбежали. Ебать, вы там пиздец. Не хочу ничего говорить, пизда. Ну а чё, ну стабильность это что уже хорошо. Но не в этом случае. А это не твинк дюшу, не? Сука. Не, у него обычно все твины идут с именем Дюша в начале. Так это зашифрованный. А чё, он даже не думал ни разу, ебать? Чё за хуйня? Карту кинул, на карте показываю. Смотрим внимательно, разбегаемся. Отлично. Да, ну да. Чё, так сразу можно было? Ой, я совсем забыл про аниму. Фу таким быть. Согласен. Не буду я хил сдавать, мне плохо дамажу. У кого-то есть там, да? Лукина. Сычевка на тебя бежит. Сюда нет. Рога, ну ёбана. Но не в тебя ударился, но ты тоже не успевал. Я не видел, в кого ударился. Джанки на тебя бежит. Смотрим на миникарт. Я там тоже показываю. Добиваю что? Эх, не догнал. Роль, о, блядь, сейчас, секунду. Роль ему, у кузнечка есть. Будяк, кона переролить? Кона кинь еще раз. Кона забрал. Да все качают кузнечку ради сакета. Сферу ролим всем. Ебать. Анза и альфа-тестер киньте еще раз. Альфа-тестер. Трофей ролик кому нужен, действительно.
Ебать. Нихуя. Мне не нужен. Мне не нужен, не буду у людей забирать. А это могла быть какая-нибудь другая шмотка. Да, мне вообще пофиг. Мне, по-моему, тут ничего не надо. Я просто людям помогаю, вожу. Груда это просто... могла бы быть сфера. Просто бабкуха. Так, сейчас за ОД будет. Все правильно. Так, джипси. Да все равно, вот за 3000 ОД будет стоить. Три с чем-то. Не будет она стоить, да. А сколько она будет стоить? Так, ну, давайте. Какой пояс хилы Аршамы прилетят? 750 ОД будет стоить. Колечко пароль тебе носило? Надо кому-то. Синджеракс запускаю. Косты тогда. Ну, все равно два танка оставайтесь, хер с ним. Я позбиваю косты. Да, позбиваю косты. Стаки, что у нас там? Помага. Один маг. Ну тогда диспалим стаки. А че, мрак ДКшника ребахнуть? ШПшники, мы с вами здесь палим стаки все вместе. Шамана можете дамажить спокойно. Да, джанки, ты трэш собираешь, под босс подводишь. Телок не забиваем, забиваем только големов. Каску по ДК. Набухивай. Не заслужили. Каску по ДК. Панды набухивайтесь. Киньте каски ДКшника. Кто кидал каски? Нет, там просто типы бафнули кулак, потом еще раз кулак. Они не стакаются, ребят. А можно еще мне вместо кулака МП-5-ку? Ты почему они постоянно так любят вместо МП-5-ки кулак давать? Опять со своими пятками, что началось-то? Кресты можно тоже бахнуть? Да. Дайте крестик на 10 минут, а, пожалуйста. Спасибо. В бое все ролят, да. Я же нормальный человек. Зачем мне анролом боешки собирать? 10 секунд до начала боя. Да, со звуком ебать. Приехал. А показать-то здесь альфа-самец. Покажи. Так это ж ты, а не я. Я так. Чуть-чуть. Я даже девочек гильдии не беру, если они одинокие. Пиздец, критерий. Ну, блядь, анхолию прохильте. Чё началось-то? Ой, ты девочка? А тебе огонь, Джанки. Привет, как дела? Будет, блин. Стаки, шипашники, иди спали. Мак, воруй, что можешь. Все отлично. Прохильте его это. Надо пацаны сам справлюсь. Огонь, сечевка, важнее этот. Ну, глыбу. Она снимается, что огонь. Скоро големы будут. Големы бьют все. Ага, Жанки, ребята, за секунду. Ничего прожимать не надо, только свои обилки прожимайте. Геру на големов не нужно давать. Големов поехали забивать. Ставлю метки, если есть станы, сливайте. Станы взрослые на тебе, нажми бабл. Альфа-тестера прохильте. Забиваем голема быстрее, еще вон живые есть. Ставим метку. У нас хил нажал. И так, в принципе, справлялись. Все, поехали в босс. Вторые. А, ну он еще один живой. Ну, РДД добьет. Не заметил. Кона прохильте. Огонь сейчас полетит, готовимся. Пламя на отходе. Ебать. Ч
Че, у меня игра зависла нахуй. А край-то прохильте. Тёлки в ухо, готовься джанки собирать. А конер крает на тебя, бегай. Сильно далеко от хилла бегаешь. Сейчас, если вдруг вылезут големы, все равно босса добиваем, а под аван прожмешь резбаунд. Я не могу прохить. Огонь, джанки, по тебе убегаем. Стаки. Стак, уж возьмем при стаке. Все, добиваем. Огонь, сейчас, ну все, убили. Первый тролль прохить. Сферу роли. Бать, вот что там съели? Сука. Под аван первый тролль еще раз киньте. Аван. Ааа, ебать, ну это что за рофл? Из грязи в князи, да? Точно. 101. Ты потратил все на первый ролл. Ебать, да это гон. Окей, пороть. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Штаны, хиловски, тканевые пороть. Ну, не только хиловски, в принципе. А что с этим трофеем делать, а? А, с помощью него ты апаешь Т9 до 245-го. Это тот шмот, что на мне, например, на эту. Вары, роки, ханты, не нужен арбалет? У меня такой есть. На трансмок ролить? Ну вот, если ты вапнуть, типа, арбалет хочешь, берешь ханту. Трофеи. Может, кто-то коллекции все собирает ролить. Какой шмот? На трансмок или на диск, мне все равно. Так. Овердруд 245 весь. Хорошо, мы ролите приоритетом. Все надо. Не надо. Ролите на успехе, все остальные люди никому надо. Да я у меня крафтовый ролите. Так, что там еще чемпионы будут? Отходите. От центра до там убирайте, чисто я. Ликан, убегай с центра. Ликан, просыпайся. Ржан, вставай. Хорошо. Походу опять начальник пришел. Начальники. Он все равно не спулит их. Да, не спулит, все равно. Пока паладина может перебафать по 8 минут, стали сбав. Каладины. От слова кал. Да. Сами придумали. Да эти так. Твари на легионе вообще адовые. Окол, твое дерево, все как обычно. Мне уже кажется, это даже не нужно говорить. Что там, рок? ДК? Вар. Короче, воина держишь под аван. Не, давай, воина держит джанки. Джипси. ДКшника держит под аван. Чё? Чё? Всё, услышали? Угу. Давайте сыграем в рогу, убьем его сразу. Потом в хантаст. А, понял, вы будете отсюда начинать тогда? Ну, конечно. Потом ханта убьем. Там делать, блять, сука. Делок, нет, что ли, охуеть.
А он лок. Том лок. По контролям, говорю, ты что кидает? Вы слушайте. Сычевка, тебе нужно будет покидать на мага превращение. Кинь плюсик, слышишь? Маг, сычевка. А, да, слышу, слышу. Отлично, так. Ой, блядь, что там у нас есть? Воронга, тебе нужно будет покидать на холипала жабку и позбивать косты. Держи его в запомненной цели. Хорошо? Да. Фейки год, шаман. Твой шаман тоже. Кидаешь жабку, сбиваешь косты ему. Держишь в запомненной цели. Войд, покидаешь жрецу жабку, позбивай косты. Отлично. И что там у нас остается? В принципе, все. Диспел. Анзай, покидаешь чернокнижнику жабку, позбиваешь косты. Хорошо? Отлично. Все, а присты забегаете, даете мосфир по КД. Не стесняйтесь. Ну и все. Больше нам ничего не надо. Давайте проверим на АФК. Да, можешь подиспалить. Будет отлично, чтобы другие люди не отвлекались. Так, как? Прошу прощения, а ты сову назначал, не? Нет, не назначал. А на контроль жопу Локла назначили кого-нибудь? Корни собаки, дай милика. Не, ну понятно. Да, хорошо, да. Я думал, может, за кем-то закрепили. Да, я чувствую вот этот запах предательства вот этого вот. Запах рыбный такой, да, тунца? Это прям такой рыбный запах ванизма, такая предательская. ДКшника ждем, давайте пока по притяжкам скажу. Сначала Кона тянет, потом он холит. Потом, если останется, то уже харту килл притянет. Я тут. Все, ДК, ты третьим, если что, притягиваешь, последним, если нужно будет. И пока отбегаете, притягивайте. Все, даю время на пол, танки спуливают, и ДКшники начинаете притягивать. В каком смысле притягивать? Ну, притяжка. Хватка смерти. Сейчас найду. Все здесь стоим, вам все притянут. Все, тащите ДКшники. Кона, где ты? Ой, хил, кто у нас? Альфа-тестер, прожми бабл, сбегай по хил. Издалека. Ты же можешь? Че, крестик подобьем? Еще тяните ее крест. Блять. Кого хилить? Тебя танков хилить? Поехали в крест. Да. Будем делать. Я вроде стоял. Корни, юзайте. Геру. Старайтесь масса, не биться, есть ротация. Давайте добиваем крест, потом в ромб. Ромб притянете до кашники, если есть притяжка. Отлично, стан дали. Ромб в центре стоит, все отлично. Поехали, добивайте. В ромб поехали. Ой, меня шипа бьет. Можно его законтролить? Побегай. Масфир не забывай. Здесь спел пройду. Давайте, ребят, присты. Сейчас все будет. Че чита? Сдох в замке. Ну, танкуй одного, че. Альфа-тестер, убегай, если не можешь. Ладно, там. Ничего страшного. Если прибежит к нам ДКшник, его Аркрайт. Найди ДКшника, запомни, все он рядом. Поехали, пока вырет, который череп. Если прибежит вар, его анима контролит. Вар у меня. Все, отлично. ДКшника, значит, аркрайт контроль. Привет. Мастфера и присты не забываем скидывать. Я в дезориентации, подиспельте пока. А, есть диспел. Не контрольте, ДКшника. Все, ок, масферы не забываем скидывать. В альфа-тест, да, но далеко он лежит. Ребят, не трогайте. Я могу поднять стену. Да, подними альфа-тестера. Угу. Добиваем, давайте. Альфа-тестер, иди хили, рейд. Мне не нужен хил, я сам захилюсь. Там где спал сейчас. Да я частицу обновить. Он за есть, кстати, вставай.
Потом, где брать ебаные шипы? А, вот в мага потом играем. Подтягивайте мага, череп поставил. Да. Тащите сюда, когда подашется. Убегаете и притягиваете. 2 секунды. Хорошо, отлично, все, доливаем мага. Мага добиваем. Масферы. Скидываем. Сейчас здесь. Красавчики. Добиваем, потом вара. Где он, блядь? Шопл. А, его не стащили всего. Куда? Сумула поехали. Сейчас больше ветра его не кидайте. До контроля. ШПшник, кидайте куда-то контроль. ШПшник у нас, на нем кто-то сидел. Ладно, за контроль. Я сидел. Ну, сейчас легче пойдет, сейчас уже хила снимаем. Потом в ДК едем. Поставил следующую метку. А, похуй на ДК, убежал в очко. Тогда в эту хуйню не отбежу. Вот. Едем в дом хуй. Там локал поконтролит. Череп он я поставил. Масферы скидываем, сбегаем. Добиваем и в тире. Поехали в ДК. Лану потом. Вот черт, сука. Не спали, ничего становится. Бобка. Все равно даст, конечно. А тебе нет что-то? Да мы ему больше нравимся, отпусти ты его уже, он последний остался. Я с ним не закончил. Я еще не кончил, да? Вроде ДК, такие фразы. Этот особенный.
Не, ну кто там говорил, что ДКшники это в прошлом паланины. Не-не-не-не-не. Мы их замучили, да, как это, орков, эльф в Властелине колец. Ой, кто там грибом промахнулся, как меткости собери. Сейчас будет тишина. Там либо... Там либо Кона, либо Анхоли. Не, у Анхоли собран. А у тебя как меткости есть, да, Подаван? Да. Ты огром всегда попадаешь 100%. Да. Потому что на Мороза нам нужен будет 100%. А у меня там вот забей символ стоит. А, ну вот, я про это и хотел узнать. Да мне рассказывали там. Типа ДКшник танчит в паре с медведем. А потом... Медведь, короче, кричит на весь рейд, блин. Да у меня никто никогда не миссовал. Сролите сверху. Фигня. Давай. Че, манок? Настало мое время, блядь. Че, да, ебать, наконец. Сролите трофей. Порезайте вон джанки, сучок. А, трофей не надо. Чтобы щит выпал, блин. А холи, просто лишь бы рыльнуть, да? Мистик уже наролили. Рольте кожаный грудак с духом интой. Нужен кому-то друиды? На офспеке порольте. А ты нужны? Рольте. Я держу в курсе, можно покинуть тело и зайти в инст. Да, да, можно. Это... Порольте на Дис и на Трансформ. Сюда, нахуй. Очень красивый трансмог, Жень. Да мне вообще пофигу, я просто жадный. Если бы ты был жадный. Молчи. Кролем с меткостью. ДДшники. Такой же. Что он жадный? С королей только хуже. Даже хуже этих анрольщиков. Монки, ты лучше в Дискорде ответишь. Он не анролит вообще ничего. Так. Что, запускаю, сейчас вальки выйдут, отходите от центра. Рыбу поставишь. Локал, хочешь прикол? Кушаем рыбу. Берем белую сферу все. В Клоаке кондей за 50к продают. На черном рынке. Первый тролль половишь сферы? Ты уже ловил? Я плохо очень ловлю, не те. Ничего, научишься. Да. Тебе нужно противоположную нам держать сферу. То есть мы все берем сейчас белую, ты берешь черную. Танки там распределить. И ты, да, на можно хоре баф. Ты на ханте должен бежать, собирать только черный. То есть какой у тебя цвет, такой ты и собираешь. Да, я просто не могу попасть. Ну ничего, научишься. Ничего страшного. Иногда там не увернешься даже. Танки все знают, все распределились, да? Встаем все, да. Нет? А можно мага ребафнуть? Пожалуйста. А, дайте ребаф, да, поумирали. А я вот когда в черный, да, ну, вы все в белый, мне в белую бить или в ту же, которую вы бьете? Ты бьешь противоположную своему цвету. То есть тебе черный вообще не бить. Можно каску по паладинам, пожалуйста? Ага, спасибо. Все, всем дали? Смотрите еще раз. Ну вот, что-то не поел, рыба стоит. Лапка у всех есть? Что-то я не помню, падал что ли? А, у меня там... Ну, тоже... ты ну, у меня правда не висит. Что-то я не вижу или что. Кинь-ка еще раз лапу. Кать. Угу. Она просто, видимо, не умещается, сука, в количестве лапок. А как так? Там до этого кто-то кидал, не я. А сейчас я кинула. Неважно, ладно, даю время на пол и поехали. Сразу не бейте, я скажу, когда можно, чтобы танки акру набрали немножечко. Энима, мои лапы важнее твоих. Опа, на пол и бьет. Ну чё вы заранее сверла? Стоим, ждем. Только на пол и бьет. Все, поехали. А, включу звук, пизду. Чтобы потише сделал. Не услышал, как они орут. Это ноут у тебя, что ли? А? Это у тебя ноут? Нет.
Ну, черные полетели. Хильте, хильте, хильте. Ничего не меняем. Ханта прохиливаете. Сейчас ран будет много урона получать. И мы тоже, ебать. Первый тролль, собирай сферы только за рейдом. Где танки стоят, там не надо. Ну, то есть вот между двумя порталами, да, тебе нужно бегать. На остальное забей, влетят, значит влетят. Тут, да, вот не нужно уже бегать далеко. Взяли темную сферу, взяли все темную. Влажил белую. Стал нет. Ой, я умер. Ну что, перебегаем, нажми и подала на избаунд. Бернуть? Берн. Тебе нужно будет белую сферу дать, первый тролль. Подняла. Белую сферу. Готовимся, спецспособность 5 секунд. Бьем, Фет уже цель, ничего не меняем. Кто они там, джанки? Джанки собьешь, когда побольше он накастует. Все, можешь сбивать. Тебе не нужно сферы прям в упор к нам ловить. Они, если в упор к нам взрываются об тебя, то мы все равно урон лутаем. Тебе нужно бегать туда, вот там, где ты сейчас бегаешь. Ой, больно влетело. Ну, дохиливайте уже, что могу сказать. Вставайте, кто может встать. Потому что 2 или 3 сразу влетело. Сейчас спецспособность будет. Добиваем. Забейте на щит. Че это вас так ваншотнуло? Там 2 или 3 сферы сразу летело, я видел прям. Трофей ролим. Хрен с этим павших. Ну, хрен вам, и не выбор. Да, это классика. Надо просто 50 жетонов тратить. Да, именно так, Жень. 50 это типа ты сказал то, что один раз купил или все? Ну, да. Да, он один раз купил. Я 2 раза купила и мне выпало. Оф контроль с духом. Никому не нужен оффхэнд. Говно, конечно, но... На дис и на трансмок рольте. Там желтый камень бесконечности. Сферу рольте. О, настало мое время. 23, говорят, выигрываю число. Танки нужны вам, наруч, порольте. Джанки тебе нужны? Порольте на офспеке. Если танки кожевники, вам точно нужны лишние наручи. Так, гавр. Гавр вообще не танчит. Говно криворукое. Ну, в смысле, нормальный посол не танчит. Посох порольте с ловкостью. Сука. Ты. Так, ну, блядь, давай в 2 танка в пизду. Джанки нету. Он никогда в одного не танчил ануба. Или ты танчил джанки в одного ануба? А, ну давай тогда спекайся под аван. Я так не хочу на анубе пипесить. Ща ты Холи выдаст. Он Холи там на трэше разгонится. Какой ДПС важен, так что спекайся. Ну все, короче, объясняю, пока падаем. Выходят жуки, я дальнего контролю. Ближнего... Забирает танк, он начинает потихонечку сам идти, танк просто ПХ забирает. Вы его убиваете, метку ставлю. Потом второго отагриваю я. Его притягивает, давай он Холи притягивает с первой пачки.
Выходит вторая пачка. То же самое делаем. Уводить никуда босса не надо. Со второй пачки, которая будет зашаклена, притягивает туда у нас подаван. Все, босс закопался. Мы убежали от него. Моба должен уже мертвы к этому времени быть. Забиваем скоробеев. Много не стакаем. Вот, видите, там 8 плюс стаков. Старайтесь не бить только на ранже. Бегаем от сфер. Сферки у нас побьет. Давайте кто-нибудь. Я вызову. Я давайте побью. Раз уж я это. Моба в контроле. По сферкам бегаем. Сильно не экономим. Паладины только если на вас бежит, тогда кидайте себе боб. Чтобы на кого не полагаться. Вот, давайте за 2 закопки попробуем. Ну, 3, значит, 3 будет. Ничего страшного. Это ты кому там подкатываешь? Это ко мне. Не, вот этот твой год. Ну, видишь, только я говорю, значит, ко мне. Нет, там какая-то девочка есть у нас в рейде. О, Hard to Kill, ты девочка? Ну, походу, у нас тут несколько девочек. Где-то там... Я девочка. Вот девочка, блядь. Я девочка, блядь. Славина, вонючая, тухлая девочка. Пошел вон отсюда. Даже хуже, чем про Дюшу сказала. Ну я ж любя, а про Дюшу не любя. Светочка, ты девочка? Светочка. Так, рыбку ставлю, кушаем. Сними с подвана метку этого квадрата. Лойд, поставишь это тотем защиты от сил природы? Ага. И все, в принципе. Если девочки в рейде есть, я хоть что поставлю. Хорошо быть девочкой. Можешь ничего не ставить, меня не принят. Мне тут другой человек поставит. 20 минут, фласка. Давайте убьем с первого раза. Никто тупить не будет. Геру на лас-фазу оставляем. Вот. Если вдруг мы перевели мобы живые, мы их убьем. Всех все есть, посмотрите, баф. Сексуальная девочка-пират, открываем стрим. Нет, она надели парочку раздета, там ко себе. Ой, ворон, Гаркрайт, покушайте. Ой, блядь. Я же задыхал. Воет воронка. Что-то по один из... Джипси! А, я же умер. Дайте каску магу, пожалуйста. Касок нету, кто каски раскидывал? На пристах нету каски. Зато там мне есть. Власть, да, не забудь выключить. Да, я в ней собрался бурстануть. Че, давай ты на милика кидай, Анзель. Че, каска есть, да, у меня просто опять количество бафов запредельное, ебать, я не вижу нихуя. Сейчас. А, все, можно себя в цель выбрать, ебать. Посмотреть. Всех все есть. Давайте даю отчет и погнали дамажить. А глаза пробовал открыть? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Еще что-нибудь собью тебя. Бля, тут нихуя не летает. Он справа чуть-чуть собью. Сбил? Отведешь? Вышли мобы. Законтролил одного. Да ладно, смени стойку. Уйди, уйди. Да я сменил стойку, лол. Уберите босса пока. Блять, а чё? Забери, забери, забери. Ага, всё, убиваем. Подними, моба убиваем. Ой, у тебя есть самому встать? Нет, я на вальках стал. Катя, у тебя Б, а КД? У меня в КД 2 минуты. Аркрайт, 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 скинь Б. Всё, красава. Давайте быстренько моба убиваем. Второго разморозил. Забираю вот так. Алё, блядь! Во второго поехали. Рога, черт, сука. А, там на пол ушли в подавана просто. Сферы стараемся не бить. Вышли еще мобы. Забирай, забирай. Протяните. Ага, хорошо. Убиваем моба. Ну да, если чуть отведешь, будет пушка. Но... А, у кого там? Энима, подними Локла. А че, Локл умер? Да. Угу. И мне не показывает. Странно. Второго моба взял. Возьми, он налет отведите. Любой ДКшек прикиньте, дайте стану. Убиваем быстренько и к воде. Бля, ебать, сфер кто-то наколотил, кого я не просил. Бьем скоробеев.
Бегаем, сфера. Кто там у нас? Пал, Светочка. Светочка, можно себя боб дать? Если не умеешь. Не умеешь, ладно. Лучше тогда не давать, если не умеете правильно. Локал. Локал, надо тебе. Много стаков не собираем. Хилы, ясен пал, что умрет. Не спим. Клади, убегаем. Взрослый, на тебе. Можешь боб дать, дай. Скоро вылезет танк, держись поближе. Все, убегайте, кто далеко не разламывает, сейчас вылезет. Вылез босс. Убиваем скоробеев, точно у них сыграли все, убили скоробеев, чтобы их не было. Сейчас выйдут мобы уже. Вышли мобы. Моба притяните, все, поехали в мобы. Второго разморозил, забирай танк. Сыграли. Сейчас притянем, все, сыграли моба. Быстрее, быстрее, быстрее. Красавчики, поехали, босса доехали. Сфера все грустненько, сейчас когда босс закопается, вышли мобы. Два с одной стороны, что поехали в моба под боссом. Его закопают, сначала инсты убегаем. Блять, прожмись танк, сейчас двоих сразу убьем. Быстрее сыграйте все точно. Быстро нужно убить, пока танк не развалится. Под делан, Коля. Хорошо. Бафа дайте по нему. Как бы касочку с кулаком. Все, убегаем. Отлично залили. Не разбивайте много сфер, сейчас у воды разобью. Разобью, разобью тебя, сова. Все, разбил. А, не на тебе, сорян, что показал на тебе. Он ходит. Здесь у воды сфера, убегайте. Бейте скоробеев, но без фанатизма. Сначала перебегайте все, чтобы сразу быть уж. Войт. Что, бобу есть? Воды ничего нет. Ну, боба нет, забегай. Лучше сам забегай, пизда. Воды нет, разбивайте там, где видите любую сферу. Кто там, ШП какой-то, джипси. Можешь штучку прожать. Ага, красава. Скоробеев лупасим. Не забываем. На ком там? Не вижу. На каком-то направлении. Беги, 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 быстрее успеешь. И все, убегаем, а, все, вылез босс, отлично. Скоробеев убейте, чтобы их не было. Не дебаф дает, неприятно. Амбагеру? Нет, нет. Сейчас мобы выйдут. Мобы вышли. Сейчас убиваем моба. Вот этого, и даем геру. Ну хотя давайте геру уже сейчас. Геру, геру, геру. Все, быстро моба убивайте и босса бьем. Я держу этого моба. Сейчас, если выйдут мобы с дальней стороны, где не стоит босс, переводим босса, там контролит давай джипси, ты контролишь дальнего моба, где я его сейчас законтролил, ты еще одного там законтролишь. С ближней стороны дает фир, ясен пал. Все, не вышли, окей, все, просто бьем. Я своего сам законтролил. Хилы вам помогать никто не будет, так что хильте. Бать, фуловый ель просто. Приставав, снимите еще, ребят. Да не, давайте, кто сильнее, мы или хилы. Тут анзай. Да нет, все равно пробиваем, даже если все фуловые будут. Бля, моб вышел, что я заебанил. Можно его фернуть паладин, любой пал? Анзая съел. Не, мана кончилась. Любой пал разогнить. Ага, хорошо. Задели, может быть, вот, потому что долго там еще был. Нет, контроль. Че, власть? Второй раз за все время выпадет? Да хуй, две власти. Да, хрен мне, не запы.
Трофей ролим. А на одну шмотку один трофей, да, надо? Да. Ну там еще УД надо достаточно много. Сферу ролим. Вау, ну хоть что-то. Холипал, роль плеч. Тебе нужны они, альфа-тестер? Да, вижу. Это пояс. А, сорян. Выглядит просто как плечи. На плечи можно надеть. Тканевый с меткостью бота ролем. Эх, опять ничего не выпало. Все, всем спасибо. Все их рота, что не заебало. А этого чувака расчехлить можно? Раздевать? Хуйня. После этого клуб заберут. Вроде можно, но там уже чайки сидят. Тесак ролим, топор одноручный. Так, ты сорвется, ты же с дурочкой. Так они что же с дурочками, блядь? Ну, нет, вообще-то тот танк. Ну ладно, нет, честно, если будет, то подавай, ты тоже дурочку ролишь на... Сейчас да, блядь, мне одну пуху осталось для этого, для ФДК. Лол. Ну, ну ладно. Ты пишешь роли на ФДК тогда в следующий раз. А, понял, понял. Потому что пухи разные. У АДК не дамажит, и ФДК дамажит не будет. Пороли тебе дробяшку с интой, с ПД. Женя опять скамит на дробяшке, блядь. Она с интой. Анза и воронка. Воронга ты кто? Ну, перерывать, да, это же нет. Воронга, анза еще кинь. Ну, воронга забрал. Спасибо. За что спасибо? Что вы нам рейд пронесли? Блять, это... Джипс. Я первый раз пронесла. За это хотя бы и зашло. Так ты тоже в этом рейде участвовала? Это как, знаешь, ну, человек... Ну, там, лесов... знаешь, 17 место участвовало, да-да. Тупай гильдию. Будем в кару ходить. Зачем? Он зато Войду понравилось.